Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нандана Банде Радхика Чаранодхаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарвасчакипасиндхивача Патитанам Павунебхья Вайшнавибхьо Намо Намах Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирам Яткипатамахам Банди Парамананда Мадхавам Бриндаве Тулсидеве Пьяви Кешавасвача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тату Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катха Упадеше Гаури Апатрасья Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Бараня Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сибавиринчанатам Сараня Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджит, кемапигабхадушвадарси, Пуранануррагарасасагарасарамурти, Сарадикамай кадакипам каруси, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддвайта гададхарасивасади, Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Сиаддхайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджануламбита Бхужау Канака Бодато Санкиртаной Кавитару Камала Ятакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхар Мапалу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тата Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхага Нараяно Прияманга Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасвача Бхакшаси Ясьясти хитая самбит, там нишинга махамбаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Джева Майи Се Крита Саухидартха Джани Шудехан Тарвартхи Кешу Гехи Суджаятмаратати Ясу Наприти Юкта
javadarthasto loke jeva maishe kito sauhidartha janeshu dehantarvartikeshu gehesu jayatma jarati matsu na priti yukta javadarthasto loke Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Dagur Prabhupada, Jagadguru told. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Dagur Prabhupada сказал, что чистый Вайшнав не может иметь никаких недовольств. Он полностью самодостаточен, он ни на что не жалуется. Вайшнав, он счастлив в любой ситуации, в которой он находится, в соответствии со своей собственной кармой. Вайшнавы, они ничего не желают зря, когда желание Бхагавана, оно совпадает с нашими желаниями, то тогда мы сможем стать по-настоящему счастливыми. Трансцендентное счастье, оно явится в нашем сердце тогда, когда наши желания, они совпадают с желанием Верховного Господа, когда мы будем находиться в гармонии с Гуру и Вайшнавами, с Бхагаваном, то тогда и только тогда мы почувствуем удовлетворение в нашей жизни, некое трансцендентное блаженство, трансцендентное счастье, оно появится в нашем сердце, и вы почувствуете, но не перед этим. Кришна Бхакта Нишкам Атаев Шанта, Кришна Бхакти, у них нет желаний, посторонних желаний, поэтому они счастливы, и Шанта, они умиротворены. Все бхукти, те, кто стремятся к наслаждению. Бхукти, мукти, сидди, ками, шакали, асанто. Если мы стремимся к наслаждениям чувств, наши органы чувств беспокойны. А те, кто хотят обрести мукти, бхукти, мукти. Освобождение – это тоже один из видов эгоизма. Кто-то хочет избавиться от радости и наслаждений, и хотят обрести мукти. Майявади. Они думают, что мукти значит достичь Брахмы. Они хотят слиться с Брахмой. Это один из видов самоубийства. Это очень плохо. Такое греховное действие. Те, кто надеются обрести какие-то сиддхи, совершенство, большинство людей, нельзя найти даже небольшого числа преданных среди таких. То есть очень мало можно найти преданных, которые по-настоящему хотят удовлетворить Верховного Господа. И вот эта шлока, она из пятой песни Бхагаватам. Бхагаван Ришабхадев говорит, и вот Ришабхадев Бхагаван говорит своему сыну, сотни сыновей Шатапутра, и вот он дает такое наставление сотни своих сыновей. О, мои дети, те, кто развили огромную любовь для меня, любовь в мой адрес, любой человек,
любой, кто развил привязанность к моим лотосным стопам. Они заинтересованы только в дружбе с Господом, а не с кем-то, другим. Если мы живем 70 или 80 лет, может быть 90, можете посчитать, большинство времени мы заняты с всякими человеческими отношениями с другими людьми. То есть, по большому счету, заняты не вечными делами, общаемся и строим отношения с какими-то временными явлениями, временными людьми этого мира. Но преданные, они всегда смотрят внутрь, смотрят суть вещей. И вот они всегда смотрят внутрь. Чистые преданные, они могут чувствовать себя удобно даже среди тысяч других преданных. Если происходит санкиртан, то они, в которой участвует множество людей, все равно преданные, они, их сердце, оно довольно. Оно не чувствует никаких неудобств. Это очень научно, что вы не можете понять сейчас. Когда в моей жизни эта ситуация случится, когда мне надоест все материальное, все временные отношения, и чтобы распространить бхакти, для проповеди бхакти, для проповеди чистой преданности, конечно, мы можем уделять этому время, это не потеря времени зря. Мы обсуждаем тему Судама Випры. О Судаме Випре я уже сказал так много вещей. Я хочу рассказать, как Судама Випра жил. Он никогда не чувствовал никакого неудовлетворения из-за своей бедности. Судама Випра никогда не чувствовал удовлетворения, не беспокоился по поводу своей бедности. И также мы знаем, что если один преданный, чистый преданный, развеет какое-то желание, даже небольшое, например, какой-то преданный однажды развил какое-то желание, все же он недоволен этим, почему какие-то материальные желания возникают. Как можно вспомнить Мадхаванда Парипада? Мадхаванда Парипад, он колонна. Мадхаванда Парипад, он главная колонна всего Гаудия Бхаджана. Понимаете, о чем я говорю? И этот Мадхаванда Парипад он отправился в Кирачора Гопинатх, в этот храм, в Балешваре у Римуны, и там он смотрел на арати. И после этого он обнаружил, что те пуджари, они предлагают особый кир. Кирачора Гопинатху. И вот Мадхаванда Парипад хотел просто понять, что он хотел попробовать этот кир, чтобы, когда он вернется к Гираджу, и мог такой же кир готовить для него, для своего Гопала. Если что-то неправильного в этом нет, это естественно.
И вот Мадхавендра Пури подумал так и сразу подумал, какие плохие мысли, поскольку Мадхавендра Пури подумал, если я попробую и пойму, как это готовится, то значит, что я буду наслаждаться вкусом этого кхира. И подумал, что нельзя так жадно думать о вкусе этого кхира. И вот из-за смирения, из-за величайшего смирения, и вот из такого стыда, и он со стыдом оставил это место, что я хотел попробовать этот кхир. И они предлагают кхир Гопинатху. И после того, как они предложат, после этого нужно было подумать. Я подумал, да, какой позор. И это статус чистого преданного. Это смирение чистого преданного. Мы даже не можем представить. Это непостижимо для многих. Однажды было наводнение. В Майяпуре все было затоплено водой. Даже 15 years back. Это было лет 12, в общем, каждый примерно 12 лет наводнение сильное случается в начале октября. Но сейчас такого наводнения нету, гораздо меньше стало. Раньше было прям катастрофа. И было буквально по пояс, весь Майяпур был по пояс затоплен. И вот у меня есть такой опыт, я был в Чайтанья Матхе, и до сих пор я нахожусь в Чайтанья Матхе, и вот сейчас тоже я нахожусь в Чайтанья Матхе. Вы не можете доказать обратно, во все время нахожусь в Чайтанья Матхе. Но в то время я физически также жил в Чайтанья Матхе. Я был свидетелем огромного наводнения. Да, в 2000 году было. И вот я говорю не о себе. Я говорю о Шриле Прабхупаде. И вот в то время я говорил там по милости Шрилы Прабхупады, говорил Харикатху в Чайтанья Матхе. Я был очень удачлив. И все же я неудачлив, поскольку я не обретаю достаточно милости. И в то время Шрила Прабхупад был в Йогапит Шри Мандире. И там тоже было затоплено. И хотя это уже было Гору Пурнима, но все равно был потоп. И вот Шрила Прабхупад, он думал, и вот он думал о том, как же предложить различные виды подношений Господу. Все затоплено, как там до рынка доплыть, это далеко было, молока где взять, каких-то, чтобы приготовить параману, поскольку был день явления Гуранги, а нужно что-то предложить, а тут такая напасть, что одна вода вокруг. Как же, что же делать? Вот Шрила Прабхупад, он как думал об этом в позитивном смысле, а обычные люди не думают негативно, что того нет, всего нет, как-то это другое сожаление, какое-то негативное получается, обвинение кого-то или чего-то в чем-то. А Шрила Прабхупад думал, кто же сможет это все принести, все затоплено, куда идти, как организовать все для подношения Гауранги. И вот Шрила Прабхупад говорит, тем временем Шрила Прабхупад обнаружил один, этот молочник пришел со своим молоком,
и прочие вещи принес. И он поставил это все перед... Еще принес этот гур особый, который только зимой есть. Финиковый гур он еще принес. One milkman coming with milk, special gur, rice, oh my God, everything, fruits, everything. And I'm going to put and speaking. И вот он принес все это и сказал, что какой-то замендара отправил меня к вам, чтобы я предложил это все Гуранге. Можете ли вы принять и предложить? Шрила Прабхупад начал плакать. Не однажды случилось еще такое, много раз такие случаи происходили. Был не сезон. И вот внезапно. It was off-season, там был не сезон был как раз, но like вот как сейчас. Шрила Прабхупад думал, если бы было бы у нас спелые манго, я могу предложить их Бхагавану. Вот он только подумал так, что если бы было бы спелая манго, можно было бы предложить его Гуранге, и внезапно через какое-то время какой-то человек пришел со спелой манго и отдал это Шриле Прабхупаде. Попросили, чтобы предложили это Махапрабху, это Гуранге, и Прабхупад. Он опять заплакал и сказал: «О, Гора, пожалуйста, прости меня. Я беспокою тебя такими мелочными просьбами принести там манго вне сезона и прочее». Это не один случай, множество таких случаев было. Шрила Рупа Госвами Пад в Теракадамбе. Теракадамба — это место, где Рупа Госвами Пад писал свои произведения, сидя там. И Санатан Госвами жил в Нандаграме, но в Павансарова, у Павансарова. Павансарова — это такое место, где все тирти, все места паломничества. И вот это такое место, где все места паломничества присутствуют. Однажды Нанда Махарадж хотел пойти в различные святые места, и Кришна сказал: «О, отец, зачем ты стремишься куда-то пойти?» Но тот сказал, что ты вырос, это обязанность грихаст посещать святые места. И Кришна сказал: «Хорошо, если я покажу тебе, что все святые места находятся в этом Павансароваре, то ты поверишь мне, можешь ли принять омовение там, поскольку если ты уйдешь, как я могу жить без тебя, ты мой отец». Понимаете? И когда Нанда Махарадж принял омовение, он увидел, что все святые места. И вот он увидел, что все святые места явились и вошли в воды Павансарова. И вот Нанда Махарадж принял это и поверил, и передумал посещать различные святые места, раз они все сами пришли в Павансарова. Я был там много раз, говорил Харикатху, где Баджан Кутир Санатана Гасая, он там совершал Баджан Ирупа Гасая, он
находился в Таракадамбе, и там я могу рассказать несколько фактов. Яшодама, она не была готова. Она не хотела, не пускала Гопала уходить далеко в лес, но он все-таки ушел, он спросил разрешения у своей матери. Сказал, что далеко не буду уходить, здесь буду поблизости, о мать, не беспокойся, я обещаю тебе, я не буду уходить далеко, буду здесь, в области Нандаграма, находиться. И как я узнаю, что ты такой беспокойный, всегда нарушаешь мои наставления, ты поймешь время от времени. Я буду играть и на своей флейте, ты услышишь этот звук. И ты увидишь, что Гопал здесь. So you can hear from your home. So you can hear like Gopal. Promise? Yes. That is a nice place. Это прекрасное место. Nice place, beautiful place. Красиво, очень красивое место. Вечно зеленое в духовной истории. И там Рупа Госвами Пад, он находился, совершал баджан. Однажды Санатана Госвами пошел, чтобы встретиться с Рупа Госвами. Санатан подумал, сегодня мой Гурудев пришел, но что я могу приготовить для него? Гурудев пришел, но чем его накормить? Я должен приготовить что-то особое. Каждый день я собираю мадхукари. И вот сегодня Гурудев пришел, вот этот особый день. Я должен что-то особое приготовить. Но нет молока, нет риса и сахара. Что же делать? Я хотел предложить Параману, Бхагавану сегодня. И тем временем, когда Рупа Госвами Пад говорил с Санатаной Госвами, пришла какая-то маленькая прекрасная девочка с молоком, рисом, с сахаром и всем остальным. И сказала, что моя мать послала тебе эти все подношения, и вот я принесла. Это не была обычная девочка. Можно понять, кто она. И вот после этого Рупа Госвами Пад готовил параману, очень вкусную параману. И потом он предложил это все Бхагавану и призвал Бхагавана, Гурудева, Санатана. Предложил Бхагавану, Гурудеву и Санатан Госвами. Санатан Госвами принял этот просад, и он только попробовал и был удивлен. Какая-то необычная энергия исходила от этого просада. И Санатан Госвами спросил, что же ты принес мне? Почему ты захотел предложить параману Бхагавану, и чтобы предложить ее потом мне, поскольку изначальная причина была, чтобы Санатану накормить. Ты хотел предложить параману мне. Если бы ты не хотел, то Бхагавану бы это не предлагал. То есть, если бы ты хотел предложить Бхагавану, то это было бы лучше, чем накормить меня, и лучше. И никогда в своей жизни не делай это, не надо приносить беспокойство Радхарани. Радхарани, она не наша служанка. Кришна, он служит Радхарани. А почему ты занимаешь его в служении себе? И вот много преданных, много чистых преданных, те, кто желали что-то, даже благоприятное, но все же они думают, иногда чувствуют боль в своем сердце, почему я
Бхагавану приношу какие-то беспокойства. И вот Джева Маишакита Саухидарта, Джанишу Дехан Таравартикешу, Гехишу Джаньят Маджарати Мацу, Наприти Юкта Джавада. Те, кто чистые преданные, они не заинтересованы в каких-то человеческих отношениях, материальных, прочих материальных делах. Я сейчас говорю предисловие к теме о Судами Випре. Вчера я также говорил о Судами Випре. Все, что приходит в этой жизни, без спроса. То есть все, что приходило, само к нему, он был доволен этим. Джева Муише Китасаухидартха Джанишу Дихантарвардикешу Гехесу Джаятму Джарати Матсу Наприти Юкта Джавадартха Шалоке. И вот здесь я говорил, что жена, то есть они были, то есть жена была подобна мужу. Муж был нишкинчен, парама нишкинчен, Кунти Деви также провозгласила Бхагаватам. И вот Кунти Деви сказала Кришне: те, кто горды и чувствуют какое-то ложное эго, поскольку они родились в высокой семье, они из-за своего богатства и из-за своего образования, они слишком горды собой. И Кунти Деви говорит: те, кто чувствует какое-то ложное эго из-за любых вещей в этом мире, если они очень горды, они никогда не могут встретиться с Бхагаваном. Бхагаван — он единственное богатство Нишкинчан Саду. Бхагаван — он единственное сокровище, единственное богатство Нишкинчана. Бхагаван — он единственное сокровище тех, кто является Нишкинчаном. Не наша с вами собственность, а его. Конечно, мы тоже можем пытаться обрести это. Мы не должны прекращать своих усилий. Кришна Бхагаван, когда он однажды, Кришна Бхагаван, он шутил с Рукмини. Однажды он открыл нечто. И вот Бхагаван Шри Кришна сказал Рукмини Деви: Ахам Нискинчан, Ахам Нискинчан. Нишки, вот эту шлоку он произнес: о Деви, ты дочь великого царя, о Деви, Рукмини, ты дочь великого царя, зачем ты женилась на мне, на нищем? Кришна шутил с Рукмини: я не царь, обычный пастух. Зачем ты женилась на мне? А зачем ты вышла замуж за меня? Могла бы выйти замуж за какого-то царя, а я Нишкинчан. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: я Нишкинчан и Нишкинчан Джанаприя. Я сам Нишкинчан, и те, кто Нишкинчан, они тоже любят меня. И вот Кришна Бхагаван говорит: я сам Нишкинчан. И те, кто тоже имеет качество Нишкинчан, они тоже любят меня. Зачем ты вышла замуж за меня? И таким образом Кришна Бхагаван шутил с Рукмини. И Кунти говорит: те, кто развили ложное эго,
из-за своего богатства, из-за своего, из-за того, что они гордятся образованием, из-за гордятся своим богатством, происхождением, образованием, такие люди, они никогда не встретятся с Кришной. Кришна, он собственность, он Нишкинчан Саду. Вы можете сомневаться, что Шрила Прабхупад, он построил 64 различных матха. В своей жизни он построил 64 Гаудия матха, но все же Шрила Прабхупад, он наилучший из отреченных. Много, может, несмотря на то, что он построил 64 матха, но все же, как и Кришна, он тоже Нишкинчан. Он не говорит лжи, я могу доказать. Кришна не говорит неправды. Кришна, он Нишкинчан. И как это возможно? Он владелец бесчисленных вселенных, но он говорит, что у него ничего нет. Кришна думает, что у меня нет никакой собственности, это есть качество Нишкинчана. У вас может быть много богатств, как Амбариш Махараджа. Но Амбариш Махарадж думает, что я Нишкинчан, у меня ничего нет. Юдхиштхир Махарадж можно увидеть, он совершает раджасуя яги. Можно видеть, что он совершает раджасуя яги, что он богатейший человек во Вселенной, но он говорит, что нет, у меня нет ничего. И Кришна думает, Кришна говорит тоже, что у меня ничего нет. Кришна чувствует, что лотосный стоп Радхарани – это мое единственное сокровище. И как Кришна? Он Нишкинчан. Как это возможно? Кришна, он Нишкинчан, поскольку лотосный стоп Радхарани – это его единственное сокровище, сокровище Кришны, поэтому он Нишкинчан, я Нишкинчан, потому что Гуру Чаран, лотосный стоп Ши Гуру – это мое богатство, иначе у меня ничего нет. Кроме этого, может, у меня нет ни счета банки, ни всего остального, но главное, что у меня есть главное. Что лотосный стоп Ши Гуру, если это наше единственное сокровище, единственное богатство, тогда такой человек может называться Нишкинчаном, иначе нет. Кунти Деви говорит: «О, Бхагаван, твои лотосные стопы — это единственное сокровище, единственное богатство тех, кто Нишкинчаны преданы. Они могут достичь твоих лотосных стоп». Вот Кунти Деви говорит, те, кто Нишкинчаны, они могут обрести твои лотосные стопы. Не каждый, далеко не каждый. Ты проявил свою Сачитананда Виграху. Ты проявил свое. You manifest the mystery. Ты проявил мистерию. You going to manifest your mystery. Ты проявил себя. You know, Вани Вайбхава, Вани Сварупе, в своем учении. О, Бхагаван, ты проявил себя. Unveil the covering of Maya. Ты открыл себя от покрова майи и показал свои подлинные качества тем преданным, которые являются настоящими нишкинчанами, как Брахма, он пытался прилагать свои усилия, пытался сделать все, что может, но не смог познать Кришну. И в итоге этот Бхагаван, он даровал ему свою беспричинную милость. Татхайва вигьяна васту, вигьяна васту те мадануграха. By my mercy, по моей милости. Now, и вот это произошло по милости Бхагавана. И
Судама Випа, он нишкинчен. Его жена тоже нишкинчен. Однажды Однажды жена Судама Випра, она думала, я не могу служить своему мужу должным образом. Она, смотрите, не думала о себе. Она думала только о муже. Даже я не могу обрести, организовать какой-то просад для своего мужа. И вот однажды с болью в сердце, поскольку однажды, если я со страхом, она подошла к нему и с этой просьбой, трясясь от страха, что муж будет недоволен. И вот она подошла со своей просьбой, она стеснялась, была в нерешительности, чтобы сказать что-то, и что это. И вот она хотела напомнить своему мужу, что твой друг Кришна. Только это. Ничего иного. Это один некое указание, почему бы, ну, намек. Почему бы тебе не пойти, не встретиться со своим другом Кришной? Он может решить все наши проблемы. Бхагаватаха сакша сакшат сриха патихи. Брахманасча сараньясча Бхагаван саттатар сабха. Саттатар сабха, саттатакул. Sometime we get jada, иногда бриши. И вот это династия саттата, иногда ядовы, иногда еще кто-то в ней. И мы... И есть много этих прозвищ, и у Кришны множество имен, как Гопал, Говинда, и Мадхусудан, или Ядов, и множество других прозвищ, или Ришакулапати. Кришна, он Верховный Господь. We are reciting 1008 names of Krishna. Есть даже это стотра, где 1008 имен Гопала или Кришны. Are you foolish? Gopal Sahasranam, Vishnu Sahasranam, Gauranga Sahasranam, Radha Sahasranam. Стихи о тысяч имен Радхарани или Вишну или Кришны или Гопалы или Махапрабху или еще кого-то в какие-то благоприятные дни мы их цитируем, произносим. И вот Саттатакул династия, эта династия, она очень великолепна. Иногда мы говорим Саттата Сабха. В этой Саттата Куле это Кришна наилучший, подобен сияющему бриллианту всей этой династии. И вот Нону Брахмана Бхагаватаху Сакшат Сакшат Срия Патихи Брахманасча Сараньясча Бхагаван Саттатаршава. What speaking? И вот что он говорит. Нону Брахмана Бхагаватаху Сакшат Сакшат Срия Патихи Брахманасча Сараньясча Бхагаван Саттатаршава Саттатаршава. И вот этот Бхагаван Ришабха, о мой муж, ты забыл,
Кто муж Лакшми Деви? И вот муж Лакшми, он твой друг. И он любит брахманов и вайшнавов, и поэтому одно из имен Бхагавана. Another name of Bhagavan what? Bhagavan love Brahman Vishnu. Bhagavan любит брахманов и вайшнавов и. Одно из имен Бхагавана Брахманадев, поскольку он любит брахманов и вайшнавов. Always love. That's why the name of. И поэтому имя Бхагавана. We speak now. You forget. И вот мы произносим эту шлоку, там содержится это имя Бхагавана. Намо Брахмана Девая Го Брахмана Итача Джагат Дритая Сакишнаю Говиндая Намо Намо. Don't forget. So merciful. Мы не должны забывать о нем, он очень милостив. Завтра будем. Я буду говорить о том, насколько милостив Кришна. Намо Брахмана Бхагаватахо Шака Сакшасрияха Патихи Брахманасчо Сараннасчо Бхагаван Саттатаршава Саттатаршава. He loved Bhagavan. And those who are taking shelter under the lotus feet of Krishna, he loved them. Give him full protection. Он очень любит и уважает их, и он защищает всех их. Don't fear. И не нужно ничего бояться, если мы под защитой Кришны. И вот Бхагавад-гите такой стих содержится, почему мы жалеем о чем-то. Я могу спасти вас. Кришна, он обещает, что он спасет нас, если мы предадимся ему. И поэтому, почему мы жалеем о чем-то? Нам не нужно зависеть ни от каких полубогов или от кого-то еще, только от Кришны. Кришна обещает нам, почему мы сожалеем, Кришна спасет нас в случае чего. И вот жена Судама Випра говорит, вы забыли, что он ваш друг, но он Брахманадев, и он очень полезен Брахманам. И также те, кто предались его лотосным стопам, он всегда защищает их, дарует им полную защиту. И он твой друг, он Бхагаван, и ты забыл об этом. И он Брахмана Бхагаватахо Шакхя Шакша Срияха Пати Брахманасча Сараньясча Бхагаван Сатта Даршав Таму Пайти Махабхагу Шаду Нанча Параянам Дашати Дравинам Бхуди Сидате Те Кутумбине. You have your relationship with Krishna, na? У вас есть ваша связь с Кришной, да? Follow. You need to maintain your family life. Вам нужно поддерживать вашу жизнь, семейную жизнь и. You must go. Tamu pahi opu. You must go. You should go. You can go. To meet your friend. И поэтому лучше, очень хорошо будет, если ты пойдешь и встретишься со своим другом. Садунанча параянам дашати дравинам бхури сидате те кутумбине. You are suffering so much. Ты страдаешь так много. You are poverty stricken. От бедности. Но Судама Випра, он никогда не думал таким образом. Судама Випра никогда не думал.
что он беден. Поскольку Кришна, лотосные стопы Кришны — это его главное богатство, главное сокровище, чистые преданные никогда не сожалеют ни о чем. Судама Випра, он чистый преданный. И хотя жена говорит, что нужно поддерживать нашу семейную жизнь, поэтому иди к Кришне, он Бхагаван, и попроси у него богатства, и все наши проблемы будут решены. Но Судама Випра никогда не думал, что он беден, он не думал об этом, он знал, что лотосные стопы Кришны в его сердце, и ему не нужно было ничего более. И вот в любой ситуации, с которой он встречался, он воспринимал это как милость Бхагавана. И почему жаловаться на эти ситуации, которые приходят нам по милости Бхагавана? Там, значит, там упахи. Ты можешь пойти к нему. Тамупайхи Махабхаго Садхинан Чапараянам Дашати Дравинам Бхури Сидате Те Кутумбине. И вот, чтобы поддерживать свою жизнь и семью, тебе не нужно спрашивать. Он сам тебе даст, поскольку он твой друг. А друг, вот английская пословица, есть такая, что друзья познаются в беде. Что друг, который выручит нас в трудную минуту, он и есть настоящий друг. На Судама Випра он не чувствовал никакой нужды. Просто жене нечем было его кормить, поэтому попросила мужа, не приказала, не дала наставления. У жены нет права указывать мужу. Может посоветовать только. И вот она попросила, что не сходить ли бы тебе к Кришне. И вот Судама Випра подумал, что моя жена вдохновила меня, чтобы я встретился с Бхагаваном, Кришной, моим другом. Судама Випра не думал, что моя жена приказала мне пойти попросить денег у Кришны. Он об этом не думал, поскольку Парамахамса всегда извлекает суть из всего. Когда вы что-то говорите, то Парамахамса, он возьмет суть, а если что-то негативное есть, то он отбросит это. И это природа Парамахамсы, как лебедь, если он имеет свойство такое, что если дать ему смесь воды с молоком, то единственное животное, единственное существо, которое может выпить молоко из смеси молока с водой. Он молоко выпит, а воду оставит. И поэтому это одно из имен Парамахамса. Парамахамса ничего не думает, не обижается ни на что. Может, вы что-то хорошее или плохое говорите, но материалисты, например, очень возмущены будут, если что-то им сказать неприятное, но Парамахамса он подумает, что вот как Судама Випра подумал, что жена моя вдохновила меня на встречу с Бхагаваном, с Кришной, моим другом. И такое же настроение можно найти в Акруре. Сейчас времени мало, но когда Камса, он дал наставление Акруре, о Акур, ты должен пойти во Враджадаму. И там ты можешь пригласить всех в Раджаваси с Нанда Махараджем и всех этих Кришну с его этими спутниками.
от моего имени. Камса, он такой самый паршивый негодяй. Никто не мог поверить ему, он очень был лжив и опасен, но Акур, он великий преданный. Акур думал позитивным образом, что сегодня Камса действует как мой Гурудев, поскольку он вдохновил меня на встречу с Бхагаваном. И вот Камса, он мой гуру. И вот Камса вдохновил меня, что могу пойти во Враджадхаму и пригласить Нанду Махараджа, Упананду и всех остальных Враджаваси вместе с Кришной Баларамой. И вот Акура. Он был уверен о том, что Камса, он такой плохой человек. И вот Акур Махарадж, он был, он знал об этом факте, что он пригласил Нанду Махараджа и всех Враджаваси, Кришну Баларама, и должна быть проблема, какая-то проблема, но Акур об этом не подумал. Акур только позитивность этого взял, что нужно пойти к Кришне, его спутникам, и пригласить их. Он только об этом думал. А то, что Камса с ними потом что-то сделает, его не волновало. Он подумал, что Камса вдохновил меня на встречу с Кришной. Иначе как это было бы возможно? Я сам бы не мог пойти. И вот это наставление Камсы, царя, и поэтому я должен идти. И у меня есть возможность получить даршан лотосных стоп Кришны, Бхагавана, Нанды и Шоды. И я очень удачлив. И вот когда жена говорит позитивное или негативное, хотя негативного там не было, поскольку Судам, жена Судама Випра не могла ничего такого сказать. Но ради Судама Випра, он Парамахамса, он подумал, что моя жена просит меня пойти к Верховному Господу и что-то попросить у него. Это, конечно, нехорошо, но Судама Випра об этом и не думал. Он думал только о встрече с Кришной. Сердце Судама Кришны, оно порхало только вокруг Кришны, Бхагавана. Ум Судама Випры, он был Парамахамсой. И вот он был Парамахамсой, и ум Судама Випры, он вращался только вокруг позитивного Кришны. Как бы там все позитивное было, но все равно он был благодарен своей жене, что моя жена вдохновила меня на то, чтобы встретиться с Кришной. Как Джайдев Госвами. Я могу задеть, рассказать об этом, как Джайдев Госвами прикоснулся к лотосным стопам своей жены Падмавати. О, муж, что ты делаешь? Нет, ты мой гуру. Кришна пришел к тебе. И у тебя есть, и ты могла массировать лотосные стопы Мадхусудана Кришны. Ты не моя жена, ты моя гуру. Я хочу принять остатки твоей пищи. Понимаете? Падмавати. Падмавати, жена Джайдева Госвами. Она была озадачена, поскольку
Обычно после того, как муж принимал просад, она ела. Необычно, всегда, как правило, не как правило, а всегда после мужа она ела просад. И сегодня тоже. Но Падмавати она не знала, что сегодня в форме ее мужа, в форме Джаядева, сам Бхагаван пришел. Падмавати об этом не знала, что сегодня в форме моего мужа сам Бхагаван пришел в мой дом, чтобы принять просад, чтобы принять служение от меня. Хотя изначально Джаядев Госвами, он, когда Джаядев Госвами пришел, он был удивлен, что вижу. О, Падмавати, ты что, с ума сошла? Каждый день ты ешь после меня, тут осмелилась есть до меня. Как? Нет, я никак. Ты уже поел. Ты уже ушел. Ушел спать, я массировал твои стопы после этого, что ты имеешь в виду, да. Ты уже ж поел. Я доедаю за тобой. И ты пошел отдыхать там. Я массировал твои стопы, как я делаю каждый день. И после этого я пришла, ты разрешил мне поесть, как? Что ты говоришь? И Джаядев побежал в комнату и увидел то слово, которое он сомневался, писать или не писать. И вот он думал, сомневался, писать это слово или не писать. Как, что я вижу? Что это не может быть так, что Кришна помещает лотос на стопу Радхарани себе на голову. Нет, я не должен этого писать. И вот он не осмелился написать, он очень сомневался, и сам Кришна пришел, и в его отсутствие он закончил эту шлоку, которую Джаядев Госвами сомневался, писать или не писать. Это шлока из Гиты Говинды. Джаядев Госвами, он удивился, он побежал и начал плакать. О, Джаядев Госвами, он начал есть остатки пищи Падмавати. Это Махапрасад, это Кришна. Кришна обманул меня, но он пришел к тебе. Ты столь удачлива, о Падмавати. И вот Джаядев Госвами, он принял остатки пищи Падмавати. Он принял остатки того, что осталось после этой Падмавати, обтер от себя все остальное и начал кричать. О, местные жители, смотрите, насколько удачлива моя жена. Сам Кришна явился к ней. И после этого Джаядев прекратил писать, он отправился во Вриндаван. Это уже другая история. Я не могу объяснить такое плачевное состояние, ту разлуку, которую Джаядев Госвами чувствовал с Кришной. И в какой-то день, я в день явления или ухода Джаядев Госвами, я расскажу об этом не сегодня. И вот те, кто Парамахамсы. И вот те, кто Парамахамсы, они не смотрят ни на что негативное. Они смотрят на все в позитивном ключе. И когда
Жена дает наставление мужу, что ты можешь пойти встретиться со своим другом Кришной. Ты можешь получить какие-то удобства, но будь уверен, преданный не может иметь никаких этих корыстных интересов из Судама Випра. Он не хотел что-то получить от Кришны, но единственное, что он понял, то, что жена вдохновила его на встречу с Кришной. И вот мы страдаем, он хотя бы поможет нам. Может, вы забыли, этот Судама Випра жил в Двара. А эта жена напомнила, что Кришна сейчас в Двараке. Дварака, она не так далеко, поскольку Судама Випра, его дом был в Гуджарате. Я там не был еще никогда. Но знаю, что там дом Судама Випры там в Гуджарате. И оттуда Дварака, она достаточно не так далеко, далековато, но не так далеко, как Вридаван. Смаратоху падукамала атманам апиячати асте одуна. You forget husband. Now О, муж, ты забыл, что сейчас мы, он в Двараке достаточно близко, и поэтому это твой шанс, иди и встретись с ним. Husband hearing. И вот он ушел. И вот Судам услышал это и подумал, что очень хороший совет. Бхагаван Шри Кришна сейчас в Дваракадхаме и Бриши Андукешвара. All Бриши, Бриши Вамша, Андхак Вамша, all branches is a jewel, И это Кришна, он украшает все эти свои династии, все семейные традиции, хотя они разделились. Но все же Кришна, он украшение всех этих династий. Кришна, он, хотя это вся Ядувамша, она одна, но потом разделилась, как он, например, мы говорим, Кауравы и Пандавы. Дурьотхана и прочие, они Кауравы. Арджун, Юдхиштхир и прочие, это Пандавы. Почему? Хотя они изначально были с одной семьи. Они, их прапрадед был Куру, но все же, чтобы разделить между этими двумя группами, одних пандавами называем, а других кауравами. Хотя, если подумать, эти пандавы тоже кауравы. И вот сейчас он там, в Двараке, он сокровище. Вы забыли, когда кто-то думает о лотосных стопах Верховного Господа, то Верховный Господь, он буквально продает себя такому человеку. Когда кто-то думает,
о лотосных стопах Бхагавана. Бхагаван, он хочет продать себя такому человеку, понимаете? Множество бесчисленных примеров, не один, а множество. Если вы помните лотосные стопы Бхагавана, нет никакой силы во всей Вселенной, которая может уничтожить вас. И вот жена говорит, вы забыли. О, муж, ты забыл качество Кришны, милость Кришны, уникальная милость Кришны. Если кто-то думает, вот вы о лотосных стопах Кришны, то Кришна продает себя такому человеку. Кришна очень милостив, и поэтому почему бы тебе не пойти к нему? И жена посоветовала. Bhojo Brisi Andakeshwaraha Smarataho Padakamalam Atmanam Pijachati. He like to give himself. He like to sell himself in front of a pure devotee. Он хочет продать себя чистым преданным буквально. И почему бы тебе не пойти к нему? There is no doubt in it. И нет сомнений в этом. Who? He? Who going to think about the lotus feet of Bhagavan? Тот, кто думает о лотосных стопах Бхагавана, и этот Джагадгуру, Бхагаван, он буквально продает себя, жертвует себя. Кришнам банде Джагадгуру going to donate himself in front of him. Те, кто совершает баджан его лотосным стопам, те, кто совершает баджан его лотосным стопам, то Бхагаван, он может дать все. Все, о чем мы можем подумать, если Бхагаван, он отдает самого себя такому преданному, что говорить о каких-то других мелочах. Если Бхагаван хочет отдать самого себя преданному, то что говорить об остальном? Много раз Махапрабху говорит, что читание читамрите, смотрите. Не один раз, а множество. Я продан буквально вам. Махапрабху говорит об этом. Это естественно. И вот жена его говорит. Те, кто ожидают немного денег, хотя бы немного богатства, чтобы поддержать свою семью, это не так много. Is Jagadguru. Он Джагадгуру. To give some small donation, property, very small thing. Какое-то что-то тебе, это не такая проблема. Он хочет отдать себя тебе. Это он Бхагаван, он очень милостив. This is the request of wife. Это просьба жены. Now, сейчас. Судамитра getting some positive inspiration. Судамитра получил вдохновение. Now, getting some positive inspiration from wife. От своей жены. Он думает, это не так плохо, я могу пойти. Not so bad. Nice proposal. Хорошее предложение. Саивам бхарджая випро бахушо партито. Now, и сейчас, будучи спрошенным снова и снова своей женой, он только смотрит только позитивное, принимает от этого, он
ничего плохого он не думает. И вот снова, и вот будучи спрошенным женой, он только позитивное воспринимает. И что же это позитивное? О, я могу встретиться с Кришной. И вот эта шлока — это сокровище этого, этой главы. О, я обрету наивысшее благо, я получу даршан Кришна. Это наивысшее благо для меня. Саевам бхарджая випро бахушо партитому аям хи парамалав уттамасроко даршан аям хи парамалав уттамасроко даршан. I can get the scope to meet with. Я получил возможность увидеть лотосные стопы Кришны. Это мое наивысшее благо. И вот идти санчинта. И вот, будучи спрошенным, вот жена предложила ему пойти к Кришне. И Судама Випра подумал, что я получил золотую возможность встретиться с Кришной, могу увидеть его лотосные стопы, и это очень благодатно. Он не думал, что может получить что-то материальное от Кришны. И вот, он решил, что нужно пойти и встретиться с Кришной. И вот в уме он думал, хорошее предложение. И вот он решил пойти, и куда же пойти? Но как я могу пойти? Почему? Я должен принять что-то, какое-то, принести что-то в качестве пожертвования Кришне, поскольку если мы идем в дом Гуру, Кришны, Бхагавана или друзей, то с пустыми руками нехорошо приходить, нужно что-то принести. И когда мы идем в дом родственника, мы тоже какие-то сладости приносим или еще что-то. И когда мы идем встретиться с Гурудевом или с другом, или в храм, мы несем какое-то подношение, цветы, фрукты, сладости или еще что-то. И вот отсюда Мавибрат подумал, что хорошо, пойду к нему, но что ему подарить? Каких-то сладостей или еще что-то, но у меня ничего нету. Опи асту упаянам кинчид грихе кальяни диятам. Хе кальяни! О, кальяни! Ты дала мне прекрасный совет. Я могу встретиться с Кришной. Но, о, жена, о, целомудренная, есть ли у тебя что-то, что можно подарить Кришне? Что я могу пойти и поднести Кришне какие-то фрукты, цветы или еще что-то? И таким образом он решил, но спросил. И вот он отправился в Двараку, но подумал, что же нести ко мне. Ни одежды нет у нас, ни цветов, ни фруктов, ничего. Что же подарить Кришне? Опи асту упаянам кинчит грехе каллани диятам. If you have anything,
Если у тебя что-то, что я могу подарить своему другу, и жена подумала, что ничего нет дома. Как Шивас Пандит. Как Шидар. Finish. Always absent mind. Sidhar, Sidhar. Collaborate with. И вот этот, который продавал бананы, Сидар. Banana and you know banana flower, Sidhar. Is their house. Many times we've been there. Very broken house. Mahaprabhu joking. Hey, you are worshipping Ganga. Махапрабху шутил с ним, ты поклоняешься Ганге, повторяешь Хари Кришна, Рисан, Кришна, он даст тебе риса чапати, ты так беден. Махапрабху проверял его. Ты так беден, что ты, что толку поклоняешься Кришне? Кришна тебе ничего не дает. И вот тот отвечал, не надо так говорить. Шридхар, он не знал, что он, Махапрабху, он сам Верховный Господь, Шри Кришна. Я ем что-то, я не пощусь, Кришна организовал все это, нет. Все люди поклоняются, Дурги, Кали, Махадеву, Шанкару, они очень богаты. А ты тут, Кришне, без толку поклоняешься и так беден. Не надо говорить так, Кришна организует мой просад на каждый день, и ты смотри. Твоя одежда. Посмотри на свою одежду, какая грязная и порванная. Ну, порванная, не порванная, какая разница. Что Кришна послал, то и ношу. И вот Шридхар не знает, что он Верховный Господь Гуранга. Он шутит с ним, чтобы проверить его. И вот это один из видов проверок. Кришна, он проверяет своих преданных, как Судама Вибху, он лучше из Парамахамс, но он, несмотря на такую бедность, он не чувствовал никаких проблем, поскольку и также он сказал, о, Шридхар, ты пьешь воду, это тоже... то есть он Шридхар говорит, я даже емкость для воды, и то сломанная протекает. И Махапрабху взял эту емкость для воды железную. И вот Махапрабху хотел взял и выпил часть воды оттуда. Махапрабху был очень счастлив. О, Шридхар. Махапрабху таким образом выразил почтение, выпил воду из его емкости. Это один из видов проверок. Шридхар и Судама Вибху, они прошли это испытание Кришны. Богатые люди обычно больше уважения в обществе получают, чем бедные. Ити санчинта манаса гамана ямтим дади опи асту упаянам кинчит грихе кальяни диятам. If you have anything, если у вас что-то есть, your home, at your home, в вашем доме, I can start now. Этот
Судама Випра говорит, если что-то есть у нас, то дай мне, я прямо сейчас пойду. Но жена подумала, что у них есть. И вот жена решила пойти попросить подаяние. И когда жена обнаружила, что мой муж готов идти, он уже решил идти в Двараку и спрашивает, что нужно что-то дать Кришне, но у нас ничего нету. И вот жена пошла просить какое-то подаяние. You are giving him water and meat, banana and milk. You are thinking, oh, nice. It's called chira, chira. Или чару плющеный рис. Flat rice. Why immediately going outside? Why going immediately outside to bake something in four house? И вот она пошла в четыре дома первых. И какие-то соседи дали. This much chira, they are also poor. Какой они тоже бедны были достаточно и дали как плющеного риса чичиру. Some grihastha giving this, some other grihastha. Кто-то еще дал, кто-то в общем дали какой-то еды. Still other grihastha giving this. So four house, little chira coming at home. И вот она пришла домой, very happy. Очень счастлива. And giving this broken chapati, broken, it is not full. А то есть в общем дали этого ломаного риса, и вот она как завернула в какую-то в какую-то ткань завернула. И отдала это мужу с судами. И вот он подумал, что хотя бы не иду с пустыми руками, и поэтому муж, и поэтому... Опи асту упаянам кинчид грихе каллани диятам жачитва чатурамасчина випрана патукатундулан притукатундулан чайло хандена тана бадья батре бхарте прадат упаянам. What did it? И что говорится здесь? И вот прося подаяние в четырех домах. Four handful from four house giving. Jachitva chaturamasthino viprano prithukotandulano chailabaddena tahanavadhyā bharte pradhupayana. Bharte, meaning husband, two husband giving this madhukuri is going to pack in the cloth of husband. Husband is clothed in torn all everywhere. Вот, some person is good. All. И вот она завернула в одежду мужа это, хотя она была порвана во многих местах, но где-то еще не порвана была. И вот он взял и с такими мыслями, что идет не с пустыми руками, и пошел в Двараку встретиться с Кришной. Он был очень счастлив. Аям хи парамалаво уттама слоко даршанам. Ванчакалпатрабусике басиндибабиджа пачиданан павана бхавишна бхио нама. Девамай шекита саухидартха жанешу дехантара бхартикешу гешу жаятма жарати матсу на прити жукта жавадартха сто локе. Ванчакалпатрабусике басиндибабиджа пачиданан павана бхавишна бхио нама.